far away. So far away. Только что в Москву вот вернулись олимпийцы с одной дивизии на Олимпиаду. Но не просто выступили достойно, они вернулись чемпионами! Пожалуйста, Алина Загитова, наши руководители, выходите вперед! Главе нашей делегации Ичкали, человеку, который ежедневно 24 часа в сутки занимался с нашей командой. Станислав Пустяков, четырехкратный олимпийский чемпион. И это касается совсем не только тех, кто завоевал медали, это касается всей команды, потому что они были единым целым. Они прошли сквозь очень трудный период времени, период, который мог остаться в истории незамеченным. Но благодаря им, каждому из них, каждому члену этой команды, спортсменам, тренерам, тем, кто им помогал, техническому персоналу, врачам, они стали настоящими героями и вернулись сюда. Героями этой Олимпиады! Аплодисменты! И то, что вы здесь сегодня все вечером, в понедельник, после вечера, говорит только об одном. Что ребята на этой Олимпиаде выступали не напрасно. Они выступали за свою страну, они выступали за своих болельщиков, за всех вас и, конечно же, за себя, за тем, чтобы получить сегодня здесь еще раз ваши аплодисменты! Спасибо вам огромное за то, что вы пришли встретить нашу прекрасную российскую команду. Давайте еще раз им поаплодируем. Я хочу сказать от имени Олимпийского комитета огромное спасибо нашим спортсменам за то, что они приняли решение, во-первых, поехать на эту Олимпиаду. Это было сделать очень непросто. Я хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам, которые так поддерживали наших спортсменов. Нам так нужна была ваша поддержка. Я думаю, что вся страна была у телевизоров и все болели за наших. Давайте еще раз поздравим наших спортсменов. Baby, I'll be right here between the sea and silence. So breathe easy, my dear.